Обратят внимание, у нас начинается совершенно незапланированная в эфире передача, связанная с новыми технологиями. С вами ведущая Мария Карпинская, как всегда, и у нас в студии собралось очень много интересных гостей. Прилетели гости из Ленинграда и москвичи. Здесь у нас находится Сизов Олег Афанасьевич, который является президентом Национального экологического фонда. И он же доктор экономических наук. Что же это сейчас здесь происходит, вы, наверное, нам и скажете. Потому что перед вами, посмотрите, находится некий макет. Очень интересно, на нем очень много автомобилей и вертолетов. Вот здесь у нас еще интересные какие-то исследования будут. То есть нас ожидает очень много интересных фактов и что-то такое, про что, может быть, наши зрители некоторые и не знают. Я прошу вас ввести нас, предоставляю вам возможность стать ведущим на время и ввести нас в курс дела, что же это такое сейчас здесь будет происходить. Значит, дорогие друзья, это не просто очередной проект Национального экологического фонда. Здесь несколько большее. Ситуация в мире, вы представляете, напряжена до предела. До предела. Что может быть связать политиков, больших политиков всех стран? Только лишь одно – сохранить нашу голубую планету. Планета наша, Земля, ее надо носить на руках, как любимую женщину, иначе она будет мстить нам. Когда мы перебирали все вот эти вот проблемы, все эти вопросы, мы остановились на одном – как привлечь внимание к этой проблеме? Значит, этот год, вам известно, был объявлен годом космонавтики. Значит, Национальный экологический фонд, Центр подготовки космонавтов и Общественная палата Российской Федерации проводит международную конференцию «Экология планеты Земля глазами космонавтов». Не потому, что мы хотели отметить дань великому чуду, состоявшему в том, что советский человек впервые вышел в космос на советской технике. Мы хотели обратить внимание на то, что люди, которым видно все свысока, бьют тревогу. Наша планета плачет, плачет планета. А мы выясняем отношения между странами. Устанавливать ракетные установки, не устанавливать ракетные установки. Сирия, Ливия, Египет, а дальше что? Дальше и поехало-пошло. Вот единственное, что может связать людей, это желание сохранить Землю, желание сохранить планету для наших детей и внуков. Больше единого такого крепящего основания ничего нет. Этот проект, вот «Эко-Марье», это практически попытка обратить внимание людей на то, что, дорогие друзья, мы взяли на себя огромнейшую ответственную задачу. Экология – это не просто среда обитания, это мышление. Это жизнь не просто в хорошем парке, который вот представлен здесь. Это и проблемы медицины. Это практически проблема сознания, экология сознания. Вот коллектив, который сейчас составляет основу «Эко-Марии» вместе с ее с его генеральным директором Виктором Петровичем, попытались все это дело свести воедино. Этот проект, он будет базовым. Потому что никто больше не заинтересован в здоровье, в сохранении планеты, чем сами люди. Чем сами люди. Можно вопрос? Значит, итак, у Национального экологического фонда открылся очень важный проект, который может, я сейчас просто объединить всех людей, и он называется авиакомпания. Компания «Эко-Мария». «Эко-Мария». То есть вот такое название, оно пришло откуда? Кто вот может сказать, почему назвали «Эко-Мария»? Эко, понятно, экология. А Мария все-таки
святой символ. Святая символ. То есть, святая. Во-первых, есть у Сергея Есенина есть очень интересное произведение. «Ключи Марии» называется. И там примечание автора, он пишет, что означает слово «Мария». «Мария» – это душа. Поэтому фактически это экологическая душа. Вот Россия, она сейчас... Душа Земли, душа России. Да. Да. Вот, и вы собираетесь этот проект распространять не только по на Россию, миру, по всему, по всему миру. Миру. По всему миру. Друзья, выхода другого у нас никакого нет. То есть этот проект никакого. Может решить вопросы экологии планеты? Да. Безусловно. Да. Здесь очень много инноваций, всяких новых технологий. Очень да, очень много. Все состоит из новых технологий. Ну вот это очень радостно. Разрешите, друзья, от имени Национального экологического фонда, от имени Центра подготовки космонавтов вручить генеральному директору авиакомпании «Эко-Мария», значит, золотую медаль с изображением на одной стороне, значит, Юрия Алексеевича Гагарина, первого человека советского в космос, на другой стороне, значит, да, покажите, пожалуйста, да. На другой стороне, да, ЦК КПРФ. Петрович, давайте сейчас мы произведем это вручение. Не так торжественно, нет гимнов, нет когда гимнов, вы на сцене. Но нет, вот это ничего. Происходит в студии, да. Ну, да, дорогие друзья. Ну, мало заратить золотые, да, как говорят, но друзья, дорого. От имени Национального экологического фонда, Центра подготовки космонавтов, разрешите вручить талантливому организатору, талантливому генеральному директору авиакомпании «Эко-Мария» золотую медаль с личной подписью Зюганова в четке альманаха. Ну вот очень примечательно оказалась наша неплановая передача как раз тем, что действительно произошло вручение медали, редкой медали, которая была сделана благодаря вам. Да? Спасибо огромное вам, Светлана. Итак, вы вот немножко ввели нас в курс дела, теперь хотелось бы, наверное, послушать. Вы сами представьтесь, пожалуйста. Генеральный директор авиакомпании «Эко-Мария» Кириченко Виктор Петрович. Я представляю проект, который вселяет в себя полное оказание экстренной медицинской помощи. Значит, этот проект основан на базировании двух вертолетов с медико-реанимационным, медико-эвакуационным оборудованием на борту. Это вот те красненькие. Да. И, соответственно, весь комплекс, который присутствует здесь перед нами, он отвечает требованиям сегодняшнего дня для всех тех, кто находится в акватории автомагистрали, кто принимает участие в передвижении, значит, по оживленным трассам. Значит, этот проект предлагается воспроизвести на всей территории Российской Федерации во всех 84 регионах. Значит, площадка сама по себе представляет, значит, комплекс из 56 видов услуг. Значит, 56 видов услуг, они позволяют восполнять все расходы, которые, ну, будут затрачиваться при эксплуатации всего этого комплекса. Так, несколько услуг таких вот самых можно перечислить, которые... Вот я так понимаю, что это все будет находиться где-то на территории там каждого что? Поселка, города, чего? Где это будет? Каждая площадка будет находиться, значит, на удалении 240 километров друг от друга. Плечо, значит, прихода вертолета 120 километров по сторонам. Время взлета, значит, 6 минут. Время подхода к точке 18-20 минут. То есть вот за это время, 18-20 минут... Это точка 120 километров. Совершенно спокойно решается любой вопрос и спасение. Да, каждый вертолет имеет на борту, значит, состав медиков, парамедиков. Так, и вот услуги. Вот, допустим, пока ничего не случилось. Это должно быть построено вот на каких-то расстояниях определенных. Вообще планируется 1241 площадку на
всей территории Российской Федерации. 1241 площадка, разбросанная по территории России, чтобы все были под по определенной схеме. Взором, да? Со многими, скажем, прошу прощения, со многими руководителями республик, краев, областей обсуждались выборочные данные вопросы, данного проекта. Они были одобрены и сегодня ожидаемы для их внедрения с выделением земельного участка, соответственно, с принятием участия. Мы бы хотели затронуть тему такого плана, чтобы все обратили внимание на этот проект, на эти условия, на этот вид услуги, который сегодня нам всем необходим. А вот когда ничего происходить не будет, условно говоря, мирное время и вот ничего, вот они просто будут стоять в состоянии готовности или могут еще какие-то выполнять работы, пока ничего не происходит? Площадка может оказывать экстренную медицинскую помощь, так как у нее реанимационный кабинет и определенные виды услуг медицинского направления находятся на площадке. На дорогах, наверное, да, когда вот машины идут, что-то случилось на любой дороге, да? Безусловно. Помощь приходит. В тех местах, где, допустим, прибытие вертолета, скажем, не имеет необходимости, значит, там будут передвигаться реанимационные автомобили, которые в составе вертолетной площадки находятся на круглосуточном постоянном дежурстве. Но тогда нужно, чтобы у каждого автомобиля был вот какой-то номер, да, службы этой, чтобы человек, допустим, если что-то случилось. Это проработано уже, проработано, и это будет, да, достаточно дополнительно преподнесено. То есть связь будет моментально? Ну, Виктор Петрович тут, видимо, из-за скромности или просто не хотел развивать эту тему, он не ответил на ваш вопрос конкретный. А что будет, когда, ну, предположим, никаких ЧП нет, никто не нуждается в медицинской помощи? Дорогие друзья, здесь задумка у коллектива, который разрабатывал этот проект, гораздо шире. Значит, в это время, когда ничего не случается, и наше Министерство здравоохранения спит спокойно, не волнуется, в это время вот этот проект, в решении вот этого проекта предусмотрена и часть, когда она проводит мониторинг воздушной среды. Зимой это полеты вдоль линий, чтобы, так сказать, не было вот этого вот обледенения. Это мониторинг воздушного пространства, это мониторинг водной среды. Вот когда происходят там какие-то аварии, так и что дорога. я не думаю, чтобы летчики вот вертолетной авиации имели минимальный налет. То есть они будут загружены все? Да, и кроме того, сейчас решается задача организации учебного центра на базе, на этой базе. Прошу прощения, Виктор. Да, влез немножко вперед. При этом комплексе планируется дополнительное направление, это обучение летного состава для регионов на этих типов вертолета, значит, обучение медицинского персонала. И мы желали бы, чтобы в этом учебном процессе приняли участие работники дорожно-патрульной службы, патрульно-постовой службы, простите, и участковые инспектора, так как в их регионах часто случается ситуация, хотелось бы их присутствие и их принятие участия по оказанию и предотвращение всего того, о чем я сказал. Вот получается, что ваш воздушный десант, такой Комария, да, он будет таким связующим звеном между многими, не только стихиями, вода, там, земля, там, воздух, но еще вы хотите между собой связать там дорожно-патрульную службу. Да, мы бы хотели, чтобы и министерство чрезвычайной ситуации, министерство МЧС, внутренних дел, и, допустим, энергослужбы, которым необходима какие-то определенные помощи при вертолетной службе, мы дополнительно можем рассказать, что мы запланировали. У нас есть очень много направлений, которые уже на сегодняшний день являются разработанными. И поэтому, чтобы сегодня не заполнять объемом эфир, мы хотим преподнести вот то, что мы спланировали в первую очередь, это экстренное оказание медицинской помощи для того, чтобы люди, простите, проснулись и начали понимать, что медицинская экстренная помощь необходима каждому из нас. Как на автомагистрали, простите, также на водных акваториях, также на железнодорожных полотнах при каких-то ситуациях, также при каких-то авиационных происшествиях. Мы хотели бы принимать участие сами и пригласить практически всех, чтобы все принимали участие во всех направлениях, ну и были
более отзывчивыми. Спасибо. Вот мне кажется, что, ну, так мне показалось, что когда вы делали этот проект большой, то цель его была не только оказание помощи, а гораздо больше. И вот то, что все-таки мне кажется, что сейчас мы понимаем, что все люди как-то разъединены и разорваны между собой, службы все разорваны, и никак не могут никто ни с кем состыковаться. И вот, по-моему, с помощью вот этого проекта «Эко-Мария» можно будет всех связать между собой, чтобы завязать некие коммуникационные взаимодействия. То есть это оживить страну, реанимировать этот труп, который сегодня расчлененный, и вы как бы его вот хотите сочленить. То есть это сделать правильное сочленение всех органов, вот расчлененный служб и социальных, и всяких стран. Правильно я понимаю? Да, кроме того, простите, мы планируем одновременно с внедрением этого проекта ввести во взаимодействие все медицинские учреждения, районы, скажем, сельские, да, сельские, областные, провести с ними определенные занятия в виде каких-то коротких учений, с тем, чтобы оперативная обстановка была понятна и нашей службе, и нашей структуре, и также медицинским учреждениям, чтобы они в любую минуту, находясь на круглосуточном дежурстве, адекватно реагировали по прибытию при транспортировке тех или иных пострадавших. Спасибо. То есть получается, что это дисциплинирование и структурирование некое, да, самой социальной среды нашей страны с помощью вот одного такого, казалось бы, простого проекта. Ну, он не простой, конечно, но за ним стоит гораздо больше. Простите, еще есть один момент, извините. Да. Мне бы хотелось сказать, как автору проекта, что в данной ситуации хотелось бы обратить внимание на подготовку и экзаменовку всего водительского состава, являющегося участниками дорожного движения, об оказании медицинской помощи. Или это нужно ввести в программу правил дорожного движения обязательно, или это нужно ввести в страховую деятельность с обязательной подготовкой и активизацией, скажем, инспектирования водительского состава. Одним словом, это нужно ввести так, чтобы было все практически закольцовано со всеми теми структурами и службами, которые являются участниками всего процесса. Спасибо. Мне кажется, что наша страна давно ждала такой реформации, такого оживления, потому что вот то, что происходило, ну, никто не оживлен, все вот как-то сами по себе, вот этот проект действительно оживляется. А теперь скажите, пожалуйста, вот эти вертолеты, которые здесь, еще какие-то, это кто разрабатывал, чьи это вертолеты? Вот, это вертолеты компании «Еврохоптер». Еврохоптер, то есть это... Это Германия, Франция. Угу. Они оснащены медико-реанимационным и медико-эвакуационным оборудованием на борту, включая кислородное оборудование, дефибрилляторное оборудование, значит, и все остальное, что необходимо при оказании экстренной медицинской помощи. Ну, есть ряд других возможностей, которые не хотелось бы сегодня озвучить, но они являются более оперативными, интересными. То есть это какие-то прорывные технологии, да? Да, они являются на сегодняшний день апробированные, и поэтому прямая трансляция всего того, что происходит при оказании медицинской помощи, оно может быть консультативно, буквально ежеминутно, ежесекундно, с определенным информационным медицинским центром при оказании той или иной беды пострадавшим. Спасибо. То есть все моментально решается. Нам понятно, что вы хотите вот всю страну активизировать, реформировать, дисциплинировать. Это понятно. То есть кто-то должен был это делать. Ну и взялись вот как раз люди военные и космонавты. Чем интересно еще вот жителям простым? Ну, допустим, я простой житель. Я вас понял. Вопрос, простите. Значит, все населенные пункты, которые находятся в акватории данного объекта, данного проекта, они активно могут принимать участие в жизни этого, скажем, проекта или, скажем так, этого комплекса, дорожный актив. И поэтому хотелось бы сказать, что здесь могут быть и оказание медицинской помощи, здесь может быть и оснащение, скажем,
социальными вопросами, потому что в целом это получается комплекс со всеми социальными, скажем, вопросами, которые услугами, необходимы, и услугами, которые необходимы каждому человеку. Поэтому здесь и медицинская помощь, здесь есть и срочная медицинская помощь для близ находящихся населенных пунктов. Здесь практически весь комплекс. Этот комплекс предоставлен для всех. Двери и ворота открыты, шлагбаум открыты для всех. То есть такое, если кто-то, условно говоря, имеет некую профессию подобную, а не устроен на работу, он может к вам прийти, пройти тестовое что-то и устроиться на работу. Безусловно, рабочие места будут распространены. То есть открываются для... рабочие, самое главное. Самое да? главное, рабочие места. Вот. Значит, на эту площадку... Мы там раскрываем одно за другим. Да, на этой площадке предварительный подсчет, 97 рабочих мест, одна смена. Угу. Это только одна смена, 97 да. рабочих мест. Плюс бизнес. Частный. Плюс вопрос, частный бизнес, плюс еще. Здесь очень много, если вы говорите в деталях, но видно, необходимо да, много времени. Здесь могут проходить определенные встречи бизнес-партнеров, здесь могут проходить какие-то консультативные вопросы, здесь юридическая основа заложена, здесь практически все. Все то, что есть в большом городе. Здесь предусмотрены, все направления. Поэтому говорить о том, что выборочно, ну, нельзя. Здесь есть все. Если, допустим, любой человек, прибывший в этот центр, он может для себя решить все насущные вопросы и все насущные проблемы. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот на каком-то чистом поле, я условно сейчас говорю, вот вы взяли землю, вам дали землю, и вы обустраиваете некий, ну, как поселок, что ли, да? Так я понимаю, вот судя из этого момента. Этот комплекс представляет собой площадь, простите, 4 гектара земли. 4 гектара. На этих 4 гектарах вот эти обслуживающие, там, допустим, бизнес-гостиницы, бизнес-центр некий, да? Так проживание, это? Прошу прощения, персонала. Персонала, вот уже даже да. одна смена 97 уже, да, необходимо. Вертолеты, прошу прощения, я не отметил такую деталь, значит, запланировано в этом комплексе вертолеты, значит, базирование, я объясню немного, вертолеты базирования, значит, находятся в надземном положении, под воздушными куполами. Значит, в этот момент, когда происходит сигнал о каком-то дорожно-транспортном происшествии, значит, парамедики, медики и экипаж проходят из своих помещений, где они находятся на дежурстве. Они, значит, занимают свои рабочие места, проходят, значит, на борт. Их практически не видно под куполом и воздушным коридором. Значит, инженер-техник дает команду на скачивание, значит, воздуха с этих куполов. Купола открываются, там под куполами... То есть они вот так открываются, да? Купола имеют полуовальную такую, скажем, структуру. Купола опускаются, значит, происходит взлет, и машина уходит на выполнение задачи. А когда она возвращается, Ада, то что происходит? Купола открыта, да? Она возвращается, значит, естественно, если это необходимость транспортировать больного при центре, значит, транспортируют сразу же в реанимационный кабинет или там какой-то другой кабинет, в зависимости от оказания медицинской помощи. Купола автоматически накрываются, значит, закрываются, наполняются воздухом, и также машина находится в температурном режиме, обслуживаемая дальше инженерным составом. То есть она еще и сохраняется вот под этим куполом, машины берегутся, условно конечно, говоря, конечно, там несколько полосной купол закрывает машину полностью с проходом коридора, поэтому здесь все продумано до мелочей. Спасибо. До мелочей. Спасибо. Еще скажите, пожалуйста, а вот все эти здания, которые здесь изображены, в них тоже какие-то будут инновации, будут там умные дома, я так скажу. Да, есть очень много нового. Самое главное, я хочу сказать всему эфиру, всем присутствующим, прошу прощения, что монтаж этой площадки в комплексе со всеми теми, кто будет принимать участие в его монтаже, всего лишь навсего, значит, под ключ 3,5 месяца. Спасибо. 3,5 месяца и весь комплекс готов? Да. Ну что, тут просто только поплатить можно. Прошу прощения, проиграна схема, извините, проиграна схема, кто будет принимать участие, строительные компании, которые будут монтировать быстросборные модульные сооружения, проводить определенную, значит, подготовку коммуникаций. Практически все рассчитано. И как это будет рассчитано, я думаю, ну это сейчас не актуально. Интересно, а компания будет наша или не наша? Наша компания. Наша компания. Абсолютно наша. Да, вот тут даже рабочие места, которые... Да, все абсолютно. То есть мы здесь свое. Соблюдаем не да. как было раньше, чтобы да. все отдавали на опыт кому-то. Нет. Все наше. Абсолютно все наше.
Даже я скажу другое, и в эфир могу буквально несколько пояснений сделать, что некоторые здания для ускоренного процесса их, значит, установки, они будут применяться из, скажем, профилей немного другого разряда, и они нам сегодня пригодились. Это как пример, простите, заправочные комплексы без заправочных колонок, здания будут просто возведены не в один этаж, а в два этажа, но уже с готовым проектом, что нам сокращает время оформления на все остальные проекты. Поэтому у нас в комплексе все продумано, чтобы сделать за короткий промежуток времени, а именно за эти 3,5 месяца, вот формат такого, скажем, такого комплекса под ключ. Все это будет монтироваться круглые сутки. Фактически будут принимать 24 компании, значит, в этом проекте, и проект будет осуществлен. Просто там быстро будут возникать как грибы, расти вот совершенно эти комплексы. Правильно. Да? Совершенно правильно. И в регионах это может также вестись строительство в зависимости от финансовой составляющей. Также синхронно, это не будет один, допустим, объект на одном регионе, это будет несколько объектов в каждом регионе. А в целом будет составлять комплекс площадок, которые будут перекрывать 240 километрами друг от друга в акватории вот, рабочего плеча по 120 километров с двумя вертолетами круглосуточного базирования. Есть один вопрос, который касается на сегодняшний день очень многих, и он касается несколько структур, которые в обязательном порядке по нашим проделанным тропам могли бы также принимать участие, но хотелось бы, чтобы мы это все сделали синхронно. В частности, подготавливая и объявляя сегодня автомобильные магистрали для того, чтобы вертолеты производили посадку, значит, беспрепятственную, их необходимо готовить, все эти магистрали. Для этого нам необходимо по всем магистралям на нашей территории Российской Федерации сделать вертикальное пропиливание автомагистрали для того, чтобы все вертолеты производили беспрепятственную круглосуточную посадку для оказания той или иной помощи. В любом месте дороги, да? В любом месте дороги, я поэтому и объясняю, да. И плюс ко всему, ведь по проделанному пути будет принимать участие и структура МВД, и структура ФСБ, и структура МЧС, и все остальные, и структура Энерго, и все остальные могут принимать участие. Но данная ситуация говорит о том, что нужно объединиться всем вместе и принять комплексную подготовку всех территорий и всех тех мест, куда будет приземляться вертолет в той или иной ситуации. Мне бы хотелось пригласить, еще раз подчеркиваю, пригласить всех, чтобы мы, глядя на всю ситуацию, открыли глаза и отнеслись к этому с пониманием. Спасибо.